Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозирают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о мне». По шествии же, посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как воспринимался в иудейском народе Господь наш Иисус Христос. Святой пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн, услышав о Христе и тех делах, которые он совершал, послал к нему двоих своих учеников спросить, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» По замечанию блаженного Феофилакта Булгарского, данный вопрос вовсе не означает, что Иоанн не знал, кто такой Христос. Ведь, как гласит Евангелие, предтеча предузнал Христа, когда еще они оба находились в утробах своих матерей, а после и во время крещения Спасителя в Иордане. Иоанн посылает учеников ко Христу не для того, чтобы самому в чем-то убедиться, но чтобы подвигнуть к вере во Христа своих учеников, которые по неразумению своему полагали, что Господь отнимает славу у их учителя. Именно поэтому Господь, отвечая посланникам, не говорит о каком-то своем учении и не пытается оправдаться теми или иными словами, но обращает внимание на свои дела. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозирают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Ученики Иоанна должны были зрительно убедиться в том, что перед ними тот, кто больше их собственного учителя. И только тот, кто уверует во Христа, сможет насытиться его дарами. Иоанн Креститель намеренно посылает своих учеников ко Христу, чтобы они уверовали в него так, как уверовал сам Иоанн. Этот момент можно сравнить с другим моментом из новозаветной истории, когда Господь, услышав о смерти своего друга Лазаря, просит показать место погребения умершего. Ведь по сути Христос, как Бог, знал, что Лазарь умер и что его тело уже начало разлагаться. Но для уверения народа в своем мессианстве он повелевает открыть гроб и воскрешает четверодневного умершего Лазаря на глазах многих иудеев. Но почему Господь говорит «блажен, кто не соблазнится о мне»? По словам святителя Илария Пиктавийского, соблазном для людей могли стать грядущие страдания и смерть Христа. А потому блажен тот, кто зря эти страдания остается верным Христу. Господь терпит унижение и смирение, дабы возвысить человека. Однако сам человек может воспринять Божье унижение как соблазн. Когда же ученики Иоанна Крестителя отошли назад к своему учителю, Господь спросил у народа его мнение о самом Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Господь своими вопросами подводит иудеев к мысли о том, что Иоанн не просто пророк, но больше пророка.
Превосходство его служения над прочими пророческими служениями заключается в том, что все ветхозаветные пророки только говорили о Христе, предсказывали его пришествие, а Иоанн Креститель непосредственно подготовил иудейский народ к принятию Христа, указав на самое главное качество, благодаря которому человек может увидеть Бога – на покаяние. Христос Спаситель, говоря о своем предтече, замечает, что из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. Преподобный Исидор Пелусиот поясняет, Иоанн больший среди рожденных женами, потому что он пророчествовал о Христе в самой утробе матери. И кроме того, он вживую видел и прикасался к тому, кого все патриархи и пророки представляли себе только в снах и видениях, не сподобившись узреть собственными глазами. А блаженный Иеродим Стридонский дополняет, «Да, Иоанн бесспорно больше из всех рожденных женами, но всякий святой, который уже находится в общении с Богом, больше того, который еще только воинствует. Ведь иное дело иметь венец за победу, и иное дело еще только сражаться в строю». Заканчивается же сегодняшнее Евангелие словами о том, как была воспринята проповедь Христа разными классами иудейского народа и каковыми были последствия такого восприятия. А вышло так, что духовные вожди богоизбранного народа, те, кто первыми должны были увидеть в Иисусе Христе долгожданного Мессию, не приняли Его, а простой народ, мытари и обычные грешники, приняли Слово Божие и тем самым стали ближе к Богу. И это напоминание всем нам о том, что неважно, какое положение мы занимаем в обществе, неважно, каков наш материальный достаток. Ведь если наша главная цель – обожение, как соединение со Христом, мы будем делать для этого все от нас возможное. А главное в этом, как говорит сегодняшнее Евангелие, раскаяние и искреннее обращение к Богу, который один только может спасти нас и вести свое небесное царство.